Новый двор лучше старых двух. По программе «Комфортная городская среда» в Самаре продолжается реставрация дворов. Какой стала зона отдыха на Кузнецова 11, увидим прямо сейчас. Я смотрю, что не разминает, если не разминать руки, выбрасывай. Этого праздника жители 11-го дома по улице Кузнецова в поселке Управленческий ждали 3 года, рассказывает старожил и старшая по многоэтажке Мария Сорокина. 40 лет назад в этот дом въехали первые жильцы. За десятилетие двор постарел и обветшал. Новую жизнь в него вдохнули активисты, а помог им в этом деле федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Очень благодарна я этому проекту и хочу, чтобы все люди добивались этого. Пока еще это идет программа, это такой подарок, я говорю, это просто бабушки вот наши. Я ее сегодня одну провела по этой плитке. 83 года ей. Бабушка радовалась, как ребенок. Вот я хочу сказать, что бабушка радовалась, что это подарок для детей и для взрослых. Еще весной этот уютный двор с детской и спортплощадками, лавочками, урнами, ровной дорогой и автостоянкой было не узнать, вспоминает управляющий микрорайоном Екатерина Смолина. Джунгли из старых деревьев и сорняка напротив дома, разбитая детская площадка. Теперь здесь новая жизнь. На праздник обновленного двора высыпал весь дом от мала до велика. Они очень, на самом деле, очень дружный, активный двор, и они проектировали сами. А мы как бы шли навстречу и помогали установить левее или правее ту или иную конструкцию МАФ. Мы старались совместно, как и жители, как и совместно с администрацией Красноармейского района, мы как подсказывали, чтобы не только там, на данный момент кому 3 годика, но и когда подрос, чтобы она была на многие-многие годы. Чтобы превратить старый двор в современный, жители должны предложить районным властям дизайн-проект и подать заявку для участия в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в районную администрацию. И когда все документы будут одобрены, строители приведут в порядок двор всего за пару месяцев. Здесь было затрачено достаточно большое количество средств, потому что двор был неухоженный, неблагоустроенный. Благодаря вот этой программе «Комфортная городская среда» выполнены достаточно большой объем работы. Значит, здесь, во-первых, выполнена работа по валке и обрезке деревьев, по наведению чистоты и порядка. Здесь были выполнены работы по ремонту внутриквартальных проездов, устройству парковочных карманов. Были выполнены работы по планировке и оборудованию вот, детской игровой площадки. 11 дворов в этом году приведут в порядок в Красноглинском районе. 5 из них в поселке Управленческий, 6 на мехзаводе. Кроме этого, заживет новой жизнью сквер в поселке Прибрежный, но уже в следующем году. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.